Рязанского села. Мама Дарья на рассвете третью дочку родила. Мама Дарья на рассвете третью дочку родила. Звали первую любовью, а надеждою второй. Дочку маленькую Верой так назвали всей семьей. Дочку маленькую Верой так назвали всей семьей. Ох, бывало, корку хлеба мать делила на троих, а сама не ела все, что было, все для них. В дни войны рождались дети Лебедянского села. От болезни на рассвете третья дочка умерла. Мать в печали не сломилась, ей, наверное, лучше там. Только лишь сильней молилась в уголочке образа. Только лишь сильней молилась в уголочке образа. А за веру, за надежду, за цветущую любовь на фронтах отца и братьев пролилась родная кровь. На фронтах отца и братьев пролилась родная кровь. И кольнули похоронки в сердце матери иглой. За деревней березки крест поставили второй. За деревней у березки крест поставили второй. Две слезинки, две сиротки стали жить теперь вдвоем. Их заботливые тетки не отдали в детский дом. Кто подаст им, кто накормит? Что ж, беда на всех одна. Матери молитва помнит и хранит день ото дня. Матери молитва помнит и хранит день ото дня. Люба, Надя долго жили за отцов, за матерей, за сестер, за братьев милых, для родившихся детей. Да я помню, как слезою ту годину поменя. Ты была для всех простою, Надя, бабушка моя. Ты была для всех простою, Надя, бабушка моя. В дни войны рождались дети Лебедянского села. Знай, что есть душа на свете, где живет любовь твоя. Знай, что есть душа на свете, где живет любовь твоя. Где живет любовь твоя. Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях Денис Сидоренко и Вероника Шелякина. Город Рязань. Здравствуйте. Мы в прошлой передаче говорили об иконе, которая чудесным образом появилась в городе Рязань, и о ее чудесах. Вот. И о том, как вы тоже объединились, как эта тема вас объединила в музыкальном плане, в творческом. Может быть, у вас дуэт родился вот благодаря появлению этой иконы.
общем, такое получился вот такое творческое начало пошло. Это очень интересно. Вот, ну, а теперь ну, мне хотелось бы узнать больше о вашей жизни. Вот эта песня, которая была посвящена вашей бабушке, да? Да, памяти бабушки. Надежда, я так понял. Вера, надежда, любовь, да. Надежду, любовь я очень хорошо вот, знал. Ну, естественно, с бабушкой так получилось, что я, в общем-то, наверное, большую часть своей жизни вот, такую более сознательную, наверное, жил. Вот всегда к ней тянуло. Ну, там была моя родина, собственно говоря. Ну, и бабушка, она такой человек, в общем-то. А где это село-то хоть? Лебедянское село, но это там, где она родилась, село Волотово. Вот. А где это? Это Липецк, Липецкая область. Липецкая область, да. То есть там корни у вас вот по корни, по материнской, да. Ну, бабушка приехала в Рязань, она потом-то, в общем-то, здесь и я родился. Вот мама. Ну, ты усидела как бы. Да, но она как бы, знаете, опекала. Такую любовь, в общем-то, ее, она от сердца себя полностью как бы жертвенная такая любовь. Причем не только к нам, как к внукам, да, и к людям, которым, ну, там, дальним родственникам. Кто к ней прибегал, она всех встречала просто с материнской заботой. Вот, могла то, кого, ну, всех там накормить, детей, сама разжевать, дать ребенку там, пусть он не ее, но как бы она всех вот умела так вот любить, я не знаю. Хотя сама, собственно говоря, все родственники, всю жизнь. А любви у них было очень много. Ну, они тяжелую жизнь прожили. Знали, что почем. Да. Ну, не озлобиться правильно. А да храм у тебя бабушка привела или кто? Вот. Нет. Бабушка, она водичку приносила. Ну, не скажу, что она была так настолько сильно выцерковлена, но родительские субботы, такие основные праздники, она, конечно, старалась посещать Пасху, конечно. Я помню просто всегда ее просфорочки, как она приносила, водичку святую. Вот это из детства память. А вот Вероника, кроме автомобиля, у тебя что еще привело к Богу? Когда я была совсем маленькая, еще в детский сад ходила, не умела писать даже, была жива моя прабабушка. Вот. Ей было уже по 90 лет. Она была неграмотной, но она очень сильно верила в Бога. Очень много молилась и утром, в обед, и вечером. И я слышала, что она молитвы повторяет, и я за ней тоже повторяла. И так получилось, что читать и писать не умела, а молитвы знала. Вот. Ну, а потом уже взрослеть начала, все это стало забываться, уходить. А тебе автомобиль вернул? И вот автомобильный, да. Когда под машину попал уже... Стал сама идти. У нас гром не грянет, да? Поговорка такая. Ну, да. Слава Богу, что у нас бабушки есть такие, да? Хранительницы веры. Да. Православной. И такой доброты, и именно христианской такой жизни. Праведной. Прабабушка, она как раз вместе с мужем, они в годы войны тоже жили. Вот, и мой прадедушка, он тоже был очень глубоко верующим человеком. И так сложилось, что всю Великую Отечественную войну он провел в плену. С начала войны попал и до конца, до победного он был в плену. И спасла только молитва, только вера в Бога. Потому что были такие ситуации, когда ставили на лед пленных, 6 часов стояли зимой босиком, и из 200 человек выжили только двое. Мой прадед и его друг сибиряк. Несколько раз он из плена бежать пытался. Второй раз, наверное, он убежал. Бежит по лесу, и немец навстречу. Он уже автомат на него зарядил. И тут прадедушка изо всех сил, сколько только было, он Казанской Богородице взмолился. И немец опустил автомат, сказал «беги». Выстрелил в воздух. Прадедушка убежал, но потом все равно поймали, опять вернули, но живым вернулся домой. Вот это чудеса, действительно. У меня тоже такой чудесный случай. Бабушка рассказала, вот она, собственно говоря, всю свою жизнь, наверное, пронесла. Я думаю, что это было у нее первое, наверное, прикосновение, вот, может быть, с Богом, да? И она, в общем, рассказывала, что когда они уже полуголодные, там хотела где-то там еды добыть, и она, конечно, ходила в соседнюю деревню, где ее тетки жили. А так они уже как-то более самостоятельные
становились. И вот когда она шла, она вот помнит это событие, что говорит, иду, мне уже идти очень трудно, тяжело, и как бы, ну, тяжело в то время было. И остановилась позади лошадка с двумя людьми. Они предложили, девочка, тебе куда подвезти, садись к нам, сейчас мы тебя довезем. Вот. И у нее сразу как бы так вот подозрение к этим людям было. Неизвестные люди совсем, угу. Такой доброты, главное. То есть от них вот она рассказала, что от них такое тепло, любовь как бы, что, может быть, она даже до этого не встречала этой теплоты и любви. Ну и когда они доехали до того места, ну давай, говорит, девочка, тебе туда, нам в другую сторону. Вот. И она, а там с холма дорога, видимо, шла. И вот она стала спускаться, но детское любопытство вернуло назад, посмотреть, куда они поехали, еще раз на них посмотреть просто, да. Она выбежала из холма, уже не было никого. Вот, и так она понимает, что святые люди, что Господь ей послал таких людей, что услышала детскую... Николай Чудотворца и Сергей Саровского. Да, может быть. На лошади. Всегда она так рассказывала об этом событии. Очень тепло. Да. Это хорошая тема вообще семейная. А вот что-нибудь еще семейное есть у тебя в запасе? Семейное, да. У меня есть песня еще о маме, но она не настолько-то семейная. Однажды я тоже, когда был у иконы «Нечаянная радость», там люди писали благодарственные записочки, и невозможно было тоже... спокойно читать, когда матери благодарили Господа Бога, да, за возвращение их сыновей к нормальной жизни. То есть от наркомании, от пьянства. То есть это, конечно, может быть, повлияло. И вот получилась такая песня, называется «Поезд в небо». Всем хватит, мне жизнь не холодная повесть, до места путь дальний оплатит. Мне жизнь не холодная повесть, до места путь дальний оплатит. У жизни дел моих много, да только пустые от фальши. Но кто-то молился Богу, и все же еду я дальше. Но кто-то молился Богу, и все же еду я дальше. Лежат на дороге камни, здесь больше проезда нету, и путь мой совсем не дальний, а кончился до рассвета. И путь мой совсем не дальний, а кончился до рассвета. И снова я слышу молитву, идущую к высшему небу. По-прежнему выиграв битву, плыву я по Млечному следу. По-прежнему выиграв битву, плыву я по Млечному следу. Причалила белая лодка к красивому берегу храма. В нем люди молились так кротко. Вдруг вижу, среди них моя мама. В нем люди молились так кротко. Вдруг вижу, среди них моя мама. Стоит на коленях и плачет. Та боль мне пронзила всю душу. И жизнь свою видя иначе, я падал куда-то наружу. И жизнь свою видя иначе,
я падал куда-то наружу. Очнувшись в больничной палате, родные здесь обняли руки, и кто-то сказал: плакать хватит, спасли на последней минуте. И кто-то сказал: плакать хватит, спасли на последней минуте. Спасибо, Господи. Мне, знаешь, тоже приходит в интернете, звонков очень много. Вот кто-то пробивается, как-то находит телефон. И все матери очень просят помочь сыновьям. Что сейчас творится, конечно, это... Ну, есть определенный контингент молодых людей, которые поддаются на все это, и которых... Очень плохо вот с волей, собственной волей. Это же у человека есть воля. Есть еще... обстоятельства, но человек может сказать и нет. Есть люди, которые не могут сказать и нет. Угу. Ну, еще, наверное, знаете, то, что не жалеем, наверное, своих матерей, не жалеем своих близких, тех же бабушек, которые за нас молятся, бьются до конца. Какую мы рану им наносят, но они все равно, не знаю, какой есть, один только Господь ведает, какая в них сила, все равно же они вымаливают их, вот своих бедовых сыновей, вот, и Господь не оставляет, видимо. Все равно с этим человеком, я думаю, что-то произойдет, или, может быть, какие-то условия такие ему создаться, что он все-таки одумается, потому что наши матери, наверное... Многое делают для нас, мы, конечно, по своей глупости не осознаем многого. Да. Такие пироги. Ну, такая тема, конечно, ее поднимать болезненная очень. Мне особенно, мне как священнику, все это вижу. Их же прикованных к компьютерам парней, и к игровым этим автоматам, ну, казино, вот это, уже игромания очень. А, страсти. Да, это наркотики, алкоголь, блуд, вообще просто несет всех, и матери плачут, все плачут, и они не слышат, не видят ничего, подвержены настолько страсти. Ну, видимо, действительно, я все время говорю, только молитва, ничего, не... это было надо все раньше надо делать, упустили. Да, теперь вот, тяжело. Заняты были своими делами, там, работой, все, вот, а сейчас вот пожинаем плоды, ну, дай Бог, ну, еще все от воспитания, короче, все от воспитания. Так как мы о семье говорим. А, Вероника, у тебя полноценная семья, отец, папа, ну, мама? Так получилось, что нет. Я росла только с мамой и с бабушкой. Mm-hmm. Вот, а папа с нами не жил с рождения. Ну, это вообще чувствуется, да, когда отца нет? Это... Ну да, конечно. То есть какой-то опоры нет, да? Тебе самой приходится как-то... Но ну, ты да. Прибилась к иконе. Сейчас, да. К иконе прибилась и держишься за нее, да? За Бога держаться. Да. Ведь нет безвыходных положений, да? А можно было пойти в эту ныне, да, что хочешь можно было, да? Ну, чувствовал, что Господь все время защищал. Или молитва все тоже бабушки, про бабушки, да, молитва? Да. Которая, ну, да, с тобой духовно связана, я так понял уже. Ну, да. То есть это был первый человек, который научил молитве. Ну, да. А теперь без молитвы куда, да? А теперь без молитвы вообще никуда. Вот люди живут и не понимают, да, вот человек живет такой в пустоте, у них даже молитва не звучит. И вот приходит на исповедь и говорит: я первый раз. Есть грехи? Не знаю. Молиться, а ты Бога веришь? Не знаю. А ты крещеный? Крещеный. Вот и все. И весь разговор.
а грехи, не грехи. Непонятно где, ни о заповедях, никакого представления. Но потом вспоминаешь себя, я вспоминаю свои периоды жизни, и я сразу разжалобливаюсь и вступаю в разговор, и нахожу какие-то моменты, где человека можно как-то хоть немножко он так, хоть слеза у него скатилась какая-то скупая. Вот, но давайте еще песню, пока все идет нормально. О бабушке. Говорим о семье, спели, да, да. О маме тоже спели. Стал спеть о дочке. А вот как раз еще один момент тоже вспомнил. Интересно было, что касается молитвы матери. На самом деле молитва матери может очень многое. И вот одно из первых случаев исцеления, которое вот с иконой «Нечаянно радость» связано, в прошлом году молилась икону одна мать. У нее сын очень долго пил, не мог никак из запоя выйти. И она молилась весь Великий пост. И после поста сын бросил пить. Вот и на работу устроился. Вот, да. То есть сила молитвы. Сила молитвы, да, может, многое. Да. Ну и Божья помощь. Ну, песня о дочери. Да. Дочь у тебя, а сколько ей сейчас уже? Мне их две. Сейчас уже вторая подрастает. Ну, вторую песню уже. Пять. Ну да, надо уже второй дочке что-то думать. Ну вот. 10 и 5 лет. Угу. Вот. Ну а что так подвигло-то написание? Ой, даже не знаю. Как-то ее, наверное, качал на кроватке и увидел ее чистые светлые глаза, когда она еще была в пеленках, наверное. Угу. Просто вот, и как-то просто. С натуры написал песню. Ну, наверное, да. Несколько строчек появилось, и дальше как-то она уже на сердце, видимо, ладно, сидела. Давай. Как на поле пахнут травушки, а вокруг одни дубравушки. Солнышко коснется лучиком, детский погладит рученьки. Солнышко коснется лучиком, детский погладит рученьки. Спи же, моя дочка, крепко спи, пусть тебе приснятся соловьи, как гуляет лето с ручейком, бабочки, где пляшут над цветком, как гуляет лето с ручейком, бабочки, где пляшут над цветком. Родина, матушка, соловьиная отрадушка, где твоя желейка русская, к небушку тропинка узкая, к небушку тропинка узкая. А когда откроешь ты глаза, всю мой травушку роса, наш костер укроется золой, испечет картошки золотой. Наш костер укроется золой, испечет картошки золотой. Спи же, моя дочка, не горюй, белого цветочка поцелуй. Нету у России берегов, где не виден ласковый покров. Нету у России берегов, где не виден ласковый покров. Родина, матушка, соловьиная отрадушка, где твоя желейка русская, к небушку тропинка узкая. Родина, матушка, соловьиная отрадушка, где твоя желейка русская, к небушку тропинка узкая, к небушку тропинка узкая. Спасибо, Господи. Такая дочка. А вы где репетируете? Где вы, при одном храме, что ли, или как? Не могу понять, как вы вообще существуете? Сейчас уже в домашних условиях. Вот, а так мы были начинали в монастыре. Начинали с духовной семинарии. У нас семинарии. Как раз Спасо-Преображенский монастырь в Рязанском Кремле и рядом семинария духовная.
Вот, и начинали мы как раз в семинарии на первой репетительной собирались. На иконописном отделении, что ли? Нет, да я просто как бы на послушании с иконой. Вот, а у нас храм, а напротив семинария. Вот, и семинаристы, они тоже послушание в храме несут, на клиросе поют. Вот, и иконы я тоже пишу в семинарии. И встретились, и там... Ну да, и там начали репетировать. Духовник у вас есть, у духовники, вот, а батюшки какие-то? Ну да, конечно. У каждого свой, да? Ну, кажется, да. Свой, да. А ты в свой храм сейчас ходишь, да, где-то? В другом районе ты живешь, да? Да. А у тебя там, вот, в монастыре, да? Да. Но еще так интересно получилось, что выяснилось, мы с Денисом живем практически на соседних улицах. И поэтому стали собираться потом дома. Ну да, что есть. Гораздо удобнее. Ну да. Значит, вы с семьями дружите уже? Да. Ну хорошо, когда творческий союз, это... Ведь непростое времяпрепровождение, а полезное. Ну и вы собираетесь дальше, да, развиваться. Это, можно сказать, начало вашего пути, да? Да, это самое-самое начало. На телеканале «Союз». Вот. Тоже как бы... Спасибо, Господи. Планка у вас. Рейтинг повысился. Вот. Ну, слава Богу. Ну, я просто еще не сказал... зрителям, что мы познакомились в Арзамасе, да? Да. Ну так, намекнули. Вот этим летом на фестивале. Очень хороший фестиваль. Арзамасские купола. На этой площадь такая соборная, там потрясающая владыка. Вот гости. Даже Никита Михалков там был. И мэр города, и все. Так торжественно все. Действительно, событие такое. Вот живет, люди, да. Когда чувствуют себя, вот когда православные объединяются, это сила. Это такая сила. Я вот бывает, участвую, меня приглашают сейчас на разные мероприятия. И когда в зале люди, которые молятся, которые духовные, которым не надо. Есть мероприятия, когда вызываешь, и ты как бы пробиваешься. Тебе надо вот это пробить. Попробуй людей заставить, которых в голове этого вообще нету. У них другие там, ну, формат другой. И тебе нужно к ним пробиться, чтобы они тебя услышали. А когда тебя слышат, когда ты каждое слово, каждый звук, они, люди понимают, о чем ты говоришь. Это совсем другое состояние. Когда мы в одном духе. Да, наверное, тогда чувствуется, что мы народ. Вот, и что, вот, особенно русский народ, чувствуется вот, дух такой, он живой, живой. Это ни с чем не сравнимое, конечно, ощущение. Этим мне нравится. Мне нравится выступать перед народом, когда в духе все. И, потому что, ну, мы на самом деле, мы все об одном. Все об одном. Вот, только разными словами, разными путями идем. Вот вы вот... Через икону Божьей Матери вот, нечаянная радость. Вот, я думаю, вы мне подарите такую иконочку. Дома себе поставлю. Ну вот, спасибо вам, что вы приехали. Спасибо, что вот эту тему рассказали о том, что у вас существует в вашем городе. Вот, ну, много чего мы интересного узнали. Я думаю, что это на самом деле, если взять любого православного человека и с ним начать беседу, такое узнаешь, там начнешь открывать целый родник вот всякого интересного, и таланты там откроются, и все, потому что Господь Творец и чадо его тоже творческие. Боже вам помощи. Спасибо. Вот, спасибо, Господи. Ангел-хранитель, спасибо, что нашли время. Вот и приехали к нам. Дорогие мои, на этом наша передача подошла к концу. С вами был священник Анатолий Першин, ведущий передачи «Лаврские встречи». И наши гости из Рязани – Денис Сидоренко и Вероника Шилякина. Спасибо, Господи, Божьей помощи и приятного поста. Спасибо, Господи.